час. Номинация «Ресторатор года». Так давайте же посмотрим, кто в этой номинации заявлен. Номинация «Ресторатор года». «Ресторатор года» в номинации представлены Сергей Ярошенко, Аркадий Новиков, Александр Рапопорт, Арам Мнацаканов, Дмитрий Шулшаков. «Ресторатор года» Сергей Ярошенко. Спасибо всем, всем присутствующим. Спасибо всем читателям, всем гостям ресторана, всем, кто за меня голосовал. Дело в том, что когда я строил свою честную кухню, было потрачено много сил, времени. Надеюсь, что-то получилось и будет дальше оцениваться по достоинству. И еще раз большое спасибо всей моей семье, супруге, детям за понимание и терпение. Спасибо всем. Спасибо огромное. «Ресторатор года», дамы и господа. Спасибо. Удачи вам. Ну что же, Анна, Сергей, спасибо и вам. Друзья, поаплодируйте. Анна Чиповская, Сергей Мазаев.